Всем привет, друзья, вы на канале Султан, меня зовут Влад, мы заканчиваем, я думаю, это финал уже, наверное, а если нет, то, ну, он скоро будет. DLC, Atomic Heart, истребление. Не так часто я записываю днем, поэтому освещение немного другое, может быть, да, ну, даже лучше, посмотрим. Да. Давайте. Вы сохранились, не помню? Получается, осталась одна бусина. Последняя, так сказать. Финальная. Но как сюда пройти? Вот в чем вопрос. Обходить, что ли, это все? Но мы были здесь. Подожди, но мы здесь были. Нам не сюда, да? Я правильно понимаю? Нам не сюда. Здесь какое-то поле. А! Фига себе загадки. Я не был готов к таким. Это что, портал, что ли? Сети коллектива 2.0 мир. Так, ради посередине противника. Ты у Рафика так улетела голова далеко? Фига себе. Блин, Элеонора вообще тусовщица нормальная. Трек на треке. Эйка, ты! Ну, у меня больше нет! Неужели этого не хватило? Больше и не надо. Но ради интереса спрашиваю. Чего не хватило-то? Ну, капсул дофамина не хватило. Я уже, как видишь, больше не привезу. Ну, коллектив заработал, в сети найдешь, где достать. Эксперимент провалился, вот и не хватило. Какой еще эксперимент? Устройство работает? Не пойму, ты тврима вышла или нет? Нашла ты своего... Вот же я, дурень. Разболтал, разболтал меня, черт языкастый. Они в лимбо пытались пройти? Я и слова не сказал, в общем-то. Не понял. Уходи немедленно. А, дофамин. А, не это. Наркоту он предпоставлял, елки-палки. А что так сложно-то? Барбара Стрейзен там орёт, что? Так. Доступ разрешен. Особо-то мне делать нечего, только на звездочку посмотреть. Так, звездочка еще не готова. Хорошо. Полюции, что там? Про что не разговаривают? Здесь цветные. Это... А, нет. Ага. Хорош. Открыл. С первого раза батя, потому что... Запуском сети запустили. Коллектива 2.0. Я напомню. Мир преобразился. Преобразился. Смотри. Снова эта штука. Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храс не распознавал, что это. Судя по обмоткам, это реактор. Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Я не могу ни понять, ни вспомнить.
Вот тебе и мозг Элеоноры. Масштабные у тебя апартаменты, подруга. Вращение. Выключил, блин. Вращение, фиксация, что-то еще она говорила. Интересно, можно щебетарь воспроизвести еще раз? Надо вверх, я понял. Но как? Ой, Элеонора. Если здесь нет где-то бордюрчика, значит нужно войти в эту штуку. Нет, бордюрчик есть везде. Поэтому надо войти, скорее всего, в дверь. Север. И подняться где-нибудь наверх. Мир преобразился. Нет? Нет. А, вот смотри. Север, юг, запад, восток. Он должен быть крест-накрест. То есть от Седова до Седова. Так, запад, хорошо. Блин, знаешь, это ФНАФ напоминает. О, не ФНАФ, этот. Про плюшевых этих ребят. Хаги-ваги, это вот. Poppy Playtime. Там что-то подобное. А, о, фига себе лестница. Там что-то подобные были какие-то вверх-вниз, головоломки. Надо было всякие штуки там. Руками ходить, трогать всякое. Непотребное. Не понял. Выглядит как это. Финальный босс. Тут прикинь, и близняшки. Это схема рекомбинации. Конечно же, тут все просто. Черт, ногу сломит. А, изи. Изи. Так, ну ты здесь неспроста стоишь. Оружие или способность? Ты здесь стоишь неспроста. Я кругляшки не поднимал, значит мне нечего тебе сказать. 21. А что на складе есть? Быстро склад посмотрим. Вот. Вот зачем я его хотел посмотреть. Какого хрена оно сюда складывается? Так, и маленькие аптечки повыковыривать я хотел. А их нету. Хорошо. Хорошо, слушай. Все это разбираем. Но круглых все равно нету ресурсов. Это тоже зачем хранить? Классно. Тут все просто, а это что? Стой. Бусы одной не хватает. Не хватает одной бусы. Так. Идем за бусы, получается. Элеонора, так что это такое, слеза? Рождение массива, дорогой. Она призрак, созданный кем-то невероятно могущественным. Я не в силах понять, кто это. Но я чувствую, как слеза ищет что-то, что ты выбросишь. Я? Ни черта я не выбрасывал. У меня и не было ничего. Постой. Кольца. Черт, бета-коннекторы. За ними охотились все подряд. Их раз уломал меня выкинуть их, мол, от них будут одни беды. Как знать, дорогой. Ты же военный. Значит, понимаешь, что убивает не оружие. А тот, в чьих руках оно находится. Поэтому я и выбросил кольца. Точнее, поэтому я и поверил Хразу. Забудь об этой ерунде, милый. Теперь мы навсегда вместе. И прошлое не стоит твоего внимания. Возвращайся с прогулки поскорее, дорогой. Я жду тебя с нетерпением. Если какой триггер, он реально в пространстве поднимается, ну, в игровом? Или он просто ждет триггера какого-то? Блин. Да не. Арена, это, конечно. А зачем? Ну, там враги, я понял. Бусы причем. Чаев я. Разошлись все. Я при исполнении.
перемен требуют наши сердца. Не мега, в смысле нужно. Нужно обуса вышло. О, арена. Добрый вечер. Блин, а саундтреки как в этом были? Не for speed, most wanted. Дядечка тут забыл. Так. Где-то пусть залагали или что? Это была последняя. Все готово для рекомбинации. Так, вы получили достижение лучше, друзья, девушек. Обещание выполнено. Я обещал тебе ожерелье. Ожерелье у тебя. Вот это да. Вы что-то мне говорите? Красивое сооружение. Я в мемориале Менделеева. О да, соглашусь. Химия прекрасна. Вдумайтесь, из этих элементов состоит вообще все. В любом уголке необъятного космоса. Некоторые элементы, правда, нам еще предстоит открыть, чтобы до конца понять загадки мироздания. Но каким увлекательным мне видится этот путь. Че? Какую точку назначения вы че? Водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод. Абсолютно верим. Блин, я раньше знал эту песню. Оксиген и литиум. Афмиум, фориум. Блин, на латинском. Знал же. Надо повторить. Надо повторить, потом исполнить где-нибудь в шортс. Ты обманул меня, дорогой. Ты обещал не навязывать мне свою волю. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил? Ты? Сейчас я тебя починю. Открывай. Калитку открывай. Так, залагало, значит, приехали. Так, вижу бусы, много бус. Много бус вижу. А, это все бусы, которые я собрал. Как хочешь, желаемый. Ага. А, я так ключики не собрал. У меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. А, да ты придумала это! Изи. Откуда ты можешь знать такие вещи? Я личность. Я могу придумывать вещи. Верно. Но эту информацию я узнала от слезы. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Раз, два, три. Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. 4. И сразу после этого ты меня сотрешь. Ха-ха, нет, милый, я тебе не 6. Верю. Подожди. Верю, не верю. Ну и как мы дальше будем это решать? Деактивируй летающую лабораторию. Полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Подожди. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания, и лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Договорились.
Доберитесь до лаборатории профессора Лебедева. Но я хочу, чтобы Элеонора мне рассказала. Подожди, а как мне взять бус? Я не знаю, сколько концовок? Сейчас начнется опять здесь 500 концовок. И надо было Элеонору сделать на хорошую концовку. Это хотя правильно, это интересней. Но перед развилками, ребята, разработчики, дайте сохраняться, потому что, как получилось в оригинальной части, мне пришлось последнее сохранение перед концовкой, это до маяка, это когда... Ты все вот эти вот проходишь лимбо, не лимбо, смотришь. Люди, которые там находятся, эксперименты все эти смотришь. Разговариваешь с Ларисой полчаса. Потом все эти действия, все-все-все. И только потом ты можешь выбрать. Почему бы не поставить у Бабзины этот автомат в конце, возле финала? Чтобы я сохранился и попробовал так и так. Арлекино, Арлекино. Чего? Нет. Что, парень? Ты предал еще одного своего хозяина? Успокойся, бабка, не до тебя сейчас. Я сейчас получу подробности о Катерине. Хоть узнаю что-то конкретное. Теперь тебя водит за нос ремонтный шкаф? Что она может знать о моей Катеньке? Вот и выясни. Идиотов используют, они обеспечивают информацией. Сечина убил мою Катю. Раз тебя спас, значит и ее мозг. Но ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера. Первый нейрополимер создавался на основе головного мозга людей. Ты знаешь об этом, опарыш, но не захотел отомстить убийце собственной жены. Сам во всем разберусь. Тебе точно веры нет, мать. Ничтожество! Все, не до тебя сейчас. Бабзина не такая простая. Каждому гусю бабка стыдно, каждому Сереже поебалу. Если гусь молчит, его лучше не перебивать. Ангар комплекс. А, ну вот, собственно, развилка на две концовки. Ангар комплекса Менделеев. Вы получили достижение в жизни насекомых. Дождливым вечером, вечером, вечером. Не понял. А, она сказала, замкни контакты. Какие контакты? Подожди. Давай парк свобода. Мне кажется, я был близок к какой-то концовке сейчас. Ну ладно. Есть что скажите. Перепройду. Там просто посмотреть, сколько тут концовок. Загуглить. Может, там одна. А я сейчас буду тут придумывать. Интересно, а близняшки появятся? Ну, как бы, это же... И как говорили, информация о жене Екатерине Нечаевой полу появится. Хоть какая-то. Что-то пока ни близняшек, ни Нечаева. Но Элеонору плюс-минус раскрыли. Почти. Ни разу не раскрыли. Кто она такая? Женщина кто? Так, ну топи какие-то опять.
Ладно, давай, этот мужик вроде показался нормальным. Посмотрим. А кто поехал? Сергей, что вы делаете? Вы обесточите лабораторию! Я в курсе. Но зачем? Затем, что я устал от того, что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях. Я не понимаю сути ваших претензий, Патри. В чем вы увидели ложь с моей стороны? Екатерина Нечаева. Она ведь не погибла тогда в Болгарии, так? Кто вам такое сказал? Агент Блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта. Спасти ее не удалось. А вам тогда сохранили жизнь только благодаря имплантации модуля «Восход». Ну да. Их раз начал макать меня в лимбо, чтобы мое тело убивало людей по его воле. Сеченов был категорически против использования «Восхода». Но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума. К тому же, взгляните на это с другой стороны. Возможно, вы единственный, кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий. И забывать свое прошлое раз за разом. Я верну себе память и начну с Блесны. Элеонора расскажет мне правду. Не может она знать ничего конкретного. Элеонора манипулирует вами. Да из вас, манипуляторов, хоть очередь строй! Я был с вами честен и ваших претензий не приемлю. Если же у вас есть вопросы к академику Сеченову, то задайте их ему лично. Его здесь нет. Я постараюсь соединить вас с академиком через аварийный передатчик. Подойдите к автомату связи. Интересно. Подошел. Петри, сынок, что у вас там происходит? Долго объяснять, да и вопрос стоит не так. Что случилось с Катей? Что ж, она погибла. Но ее мозг сохранился. Фрагментарно. Чего? Тело Блесны находится в нейрополимерном бальзамировании. А сознание размещено на носителе и хранит все, что делало Катю Катей. Ебучие пироги, Харитон говорил правду. Это ваши близняшки. Все не так просто. Однажды мы получим технологии, способные восстановить Екатерину. Да, благодаря роботам-близняшкам. Почему сразу об этом не рассказать? На данный момент твою жену не вернуть, но ты о ней не помнишь. Так зачем причинять себе боль невнятными надеждами? Я хочу все вспомнить. Невозможно физически, Сергей. Этот участок твоего мозга был разрушен. Я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых. Это не вернет тебе память, но вполне может нарушить стабильность работы модуля «Восход». Может, я и не говорил тебе всего, сынок, но я никогда тебя не обманывал. Мне нужны эти отчеты и отпуск. Я его заслужил. Хорошо. Я предупредил. Но это твой выбор. У тебя будет столько времени, сколько потребуется. Тогда до связи, Дмитрий Сергеевич. Мы договорились. Ну что ж, профессор, вернемся к Элеоноре. Я обещал ей, что обесточу вашу лабораторию. Если она заподозрит обман... То изменит схему рекомбинации. Я отключу питание, и все будет правдоподобно. Поторопитесь, Сергей. Выдвигаемся. Ты отключай мне ногу. Бабси, ну чё ты? Костюм! Предал ещё одну женщину! Хорошо у тебя получается, крысёныш! Она не женщина, это механизм, старая! Неважно! Она любила тебя, верила тебе! А ты предал её парни, как предал Катю! Бабка, отвали, сказано! Однажды я разорву тебя в кровавые лохмотья, ты в могиле отдохнёшь, крысёныш! Чё бабке мешает вот просто сбить меня? Слушай, ну блин, DLC прикольно получилось. Я вот мега буса это лишнее. Это прям то, что мне подорвало пукан. Но в целом
Прикольно. Про Катю хоть рассказали, про близняшек хоть немножко рассказали. А что дальше? Я должен Элеонору отключить, а как? Проткните кабель Элеоноры. Думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя уничтожу. Где ты, собака? Пернатая. Просто бомба этого DLC. Просто вот если меня спрашивают, что если меня спросят лучше в этом DLC, я скажу гусь. О, гусь? Отвечу я. Чё? Гусь. Повернусь и отъебусь. Гусь. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто таким пользовался? Я помню такие. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. По-моему, здесь одной дырочки еще не хватает. Подожди, я не помню, как ноль набирать? Собери новую последовательность схемы рекомбинации. Новую? А, такая. А, другая. Так, есть. От нее отходят ветви. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Красная. А, так тут изи вообще. На юг красная. А что я думал? Здесь же вообще прям... Так, на юг красная. Ага. Так, на восток, получается. На юго-восток у нас зеленое и синее. На юго-восток. Зеленое и синее. Так. Дальше. На восток. А потом так раз крючочком. Идут. Синее-зеленое. Давай, синее-зеленое. Это белый, подожди. Синяя. Подожди, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. А, нет. Коричневый. Стой, а это куда идет синий? А, это синий. А, подожди, у нас же еще есть запад. На запад идет синяя, красная, коричневая. Синяя. Красная. Куда коричневый уходит? Так, на северо-запад. А коричневый это кто? Это желтый, скорее всего, да? Северо-запад. Есть. Дальше, вверх. Так, на севере у нас идут против часовой. Синяя, зеленая. Так, на север против часовой. Милый, ты не оставляешь мне выбора. Свобода личности дороже твоей лживой любви. Ебучий пироги, волновой вихрь! Близняшки. Сынок, зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Проведи рекомбинацию, сынок. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Будет сделано, товарищ Сечин. Так, чё, быстро схему забыл. Против часовой. Синий, зеленый, желтый, красный. Есть. Красный.
Желтый-красный. Где красный? Желтый-красный. Нет, подожди. Я не то пришел. Желтый-красный. Так. И последняя цепочка. Желтый, зеленый, белый. Это как? Желтый. Пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. А близняшки? Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали их? Правильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Посмотрим. Хорошо. Подожди, а как я должен пересобрать? Я, то есть я должен убегать, при этом собирая схему. Но это интереснее, чем биться в трех фазах с роботом. У которого еще промежуточная фаза. Так, давай. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этого не бывает. Сука, вы реально пусть это добавили. Откатывался еще.
кнопку нажал. Сука, прикинь, я эту кнопку нажал. Я хотел, короче, исцелиться, а в итоге Q нажал. Начал время замедлять. Прикинь, просто палец не туда жмакнул, и все, просто... даешь, смотри. Заново, да? Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты заплатишь за предательство. Я убью тебя. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Посмотрим. Собирается, мог бы схему посмотреть. Ага, а где схема, она на ней лежит. Справедливо! Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Хорошая идея всегда приходит тогда, когда уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. Красно. Я сейчас спокойненько соберем. Желтый. Ага. Что-то не хватает. Подожди. А это есть? Эти две есть, зеленые, синие есть. Раз, два, три, четыре есть. На севере какая-то проблема.
Нет, тоже есть. Ошибка. Подожди, еще раз. А, черная посередке? Посередке черная. Дальше идет синяя, красная, желтая. Есть. Дальше. А, внизу красная. Ага, есть. Потом... Так, раз, два, три, четыре. Есть. А! Синий не хватает. Стой. Так, она должна быть где-то вот тут. Собрано? Так, вы получили достижение возвращения в утопию. Эффекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеонора приступает к исполнению целевых функций. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Начат процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвел меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок. Ты заслужил отдых. Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сичинов. И вас ждет комар, товарищ майор. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор в ангар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Веди себя хорошо. Как прикажешь, мой повелитель. Слушай, ну я вас поздравляю. Я поздравляю себя, поздравляю вас, что мы наконец-то вместе общими усилиями прошли не только этих сраных боссов, но и DLC полностью. Слушай, ну я бы хотел еще альтернативный финал записать тогда. Я хочу разрушить хреново это все и спасти Элеонору. Давайте так. Тогда альтернативный финал будет в следующей серии. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, отправляйте это видео друзьям. Не забывайте, что ссылки находятся в описании под видео. Трово, YouTube, Twitch, VK, Play Live. И также есть ссылки на Donation Alerts, Telegram-канал, паблик ВКонтакте, сервер Discord. Присоединяйтесь, кидывайте ссылку друзьям обязательно. Увидимся с вами в следующих прохождениях и обязательно в альтернативном финале. Всем пока. Ну, если он есть. Пум.